Первая после длительного перерыва профильная смена для творческих детей состоялась на базе детского лагеря «Радужный». Они познакомились с исконно русскими традициями, играми и промыслами. Подробности в сюжете. Игры под балалайку с частушками и песнями стали приятным сюрпризом для современных школьников. Никогда ранее в такие они не играли. Все проходит весело и задорно. Не менее интересные занятия ждут ребят впереди. У нас будут работать мастерские, мастерская по росписи, по изготовлению кукол, оберегов, хороводная мастерская, ну, танцевальная и театральная. У нас пройдут народные гуляния, у нас пройдут заигрыши. То есть и вот на целые сутки мы вот их погружаем именно вот в историю, в культуру русского народа. На профильной смене в этот раз собрались самые творческие ребята – вокалисты, танцоры, театралы, прикладники. Их разделили на артели. Каждая пройдет все мастер-классы. Возможно, кто-то в итоге выберет себе новое занятие или убедится, что изначально сделал правильный выбор. Возможно, потанцевать. Ну и самое интересное для меня здесь – это побывать в кукольной мастерской и поделать кукол. Смена называется «Этно-арт». Ее посвятили истории русского народа, традициям, обычаям. Но главным итогом станет арт-объект, который создадут сами ребята. Это коллективное, во-первых, творчество. Все равно, я думаю, что в группе детей будут те, у которых есть навыки художественной росписи. Может быть, просто от природы им дано. Но нет, трудно не будет, сложно не будет. Мы же педагоги, мы рассчитываем на разные возможности. Готовый арт-объект, уверенные организаторы, можно будет использовать в оформлении всех народных праздников. Детям будет приятно, если где-нибудь они увидят свою работу.